типичным начнут работу с микроорганизмами. На предприятии, где в теплицах выращивают овощи и ягоды, расширят биолабораторию. Новый проект презентовали главе региона Алексею Русских. В лаборатории занимаются производством так называемых полезных насекомых. Они помогают защищать растения от вредителей. Также ученые производят биопрепараты для защиты растений от болезней. Мы производим таких насекомых, как ориус, галица, офидиус и несколько другие. Мы сами выращиваем культуру, поддерживаем культуру и готовим из нее биологические препараты. В лабораторию закупят новое оборудование. Это позволит увеличить объем производимых препаратов с 14 до 50 тонн. Также специалисты смогут проводить исследования и анализы, чтобы предотвратить распространение патогенных микроорганизмов. Все это повысит урожайность и улучшит качество продукции. Сколько вот сейчас в день тонн снимают? Общее количество, наверное, получается 60 тонн апельсина снимаем, 60 тонн меда снимаем, примерно столько же томата и где-то примерно 160-180 килограмм ягоды. И это каждый день? Каждый день. Целый год? Да. Нет. Зимой у нас только 3 гектара. На предприятии, напомним, модернизация идет уже несколько лет. За это время успели обновить котельную, остеклили теплицы, провели свет и завезли новое оборудование. Все это позволило увеличить объемы выпускаемой продукции. За прошлый год объем овощей составил 14 тысяч тонн. В Министерстве агропромышленного комплекса отмечают, Ульяновская область входит в двадцатку лидеров среди субъектов по производству овощей в закрытом грунте. Анна Тищенко, Улправда ТВ.